Медицинские туристы 45 стран ежегодно приезжают на лечение в Казахстан. Это официальные цифры. К нам присоединяется на прямой связи Галымжан Сайсимбек, руководитель отдела развития медицинского туризма Республиканского центра развития здравоохранения. Добрый вечер. Я Расскажите, прошу. что могут предложить клиники Казахстана зарубежным пациентам? Здравствуйте. Да, у нас на сегодняшний день медицинский туризм очень бурно развивается в Казахстане. Я хочу отметить, что э, иностранные туристы, которые посещают Казахстан, они в основном приезжают за, за следующими медицинскими услугами: это кардиохирургия, это нейрохирургия, это трансплантология, это стоматология, это реп репродуктология, ну как мы говорим, это на рынке эко, да, uh -huh. и также это э, травматология, ну и так далее. Это я вам сейчас назвал самые, скажем так, основные популярные. популярные медицинские услуги у наших медицинских туристов, которые приезжают в Казахстан. А что именно привлекает иностранных пациентов? Почему они выбирают Казахстан среди большого разнообразия? Я бы хотел бы отметить, что первый важный момент это, конечно, цена. Цена у нас в разы дешевле, чем на Западе, в той же Америке или, или в Западной Европе, это первый момент. Второй момент, это, конечно же, качество услуг оно ничем не уступает аналогам Европы и Америки. Ну и в-третьих, это, наверное, в плане логистики, да, тоже, ну, как бы удобно, находимся в центре материка, и, ну, нет проблем, как бы, с тем, чтобы приехать в Казахстан, получить качественное лечение по доступным ценам. Угу. А откуда к нам приезжают и сколько вы ведете какую-то статистику? Да, статистика ведется. На сегодняшний день 90% всех иностранных туристов, которые приезжают сюда, в Казахстан на медицинское лечение, на лечение это 90% приезжают из стран СНГ. Это приграничные страны в основном Кыргызстан, Узбекистан, приграничные города Российской Федерации, Таджикистан, ну и так далее. Это вот в основном это СНГ. Ну и все-таки, наверняка есть какие-то барьеры, проблемы и что тормозит развитие медицинского туризма и над чем нужно работать нашим клиникам, чтобы увеличить поток туристов? Хотел бы отметить, да, проблемы они ну всегда существуют. Основные проблемы это, наверное, уровень сервиса. Нам нужно, конечно же, повышать уровень обслуживания иностранных пациентов именно в медицинских организациях. Это первое. Второе это, конечно, скажем так, обучение медицинских сотрудников английскому языку, так как ну, всем не секрет, что английский язык это язык всего мира, да, все на нем разговаривают. И, конечно же, хотелось бы, чтобы наши медработники тоже овладели этим языком, и это как бы снимет большой барьер именно в общении и в обслуживании медицинских туристов. В этом направлении что-то проводится, какие-то да, курсы? Кон... я не знаю по Да, конечно, в, мед... в медицинских организациях они сами ежегодно проводят различные тренинги, обучение, повышение квалификации. Также мы, наш республиканский центр, мы тоже пытаемся периодически проводить различные вот такие вот мероприятия по улучшению качества обслуживания иностранных пациентов. Ну и так далее. Там ну, есть основной перечень услуг, которые мы предоставляем. Ну, спасибо, желаю удачи в развитии этой сферы. У нас на связи был руководитель отдела развития медтуризма Республиканского центра развития здравоохранения Галмжан Сесенбек.